Предотвратить и не допустить правонарушения и преступления в городе – основная задача стражи порядка. Показать горожанам, что они находятся под постоянной защитой полиции – цель данного мероприятия. Руководил разводом начальник ОМВД России по Десногорску Юрий Гришин. У нас есть сотрудники полиции, которые могут прийти всегда на помощь днем и ночью. Мы всегда в доступности для граждан и готовы стать на их защиту. О текущей обстановке в городе доложил начальник полиции Десногорска. Он еще раз сообщил об активности банковских мошенников и напомнил о мерах предосторожности в общении с ними. На инструктаже присутствовал заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Он призвал сотрудников органов внутренних дел обратить особое внимание на начало школьных летних каникул. Поэтому внимание детям, их поведению на дороге и на территории города. С отдельной речью перед полицейскими выступил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Он сообщил, что пожароопасный период установлен. Все необходимые документы разработаны, но поджоги травы и пустырей продолжаются. Хотелось бы обратить внимание на пресечение и недопустимость подобных действий. Не хотелось бы жить в дыму. Далее по плану инструктажа состоялась проверка документов личного состава, который будет нести службу в весенне-летний период. Закончилось мероприятие показом силовых упражнений, используемых при захвате злоумышленников. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.